Развивая наступление уже в пределах Восточной Польши, войска 2-го Белорусского фронта продолжали взламывать оборону противника и, отражая ожесточенные контратаки немецко-фашистских войск, заняли города. Воевался, Сашка. Герой. Мальчишка. Поехали. Мне кажется, Сабир Умарович, такого рода лихачество следовало бы пресекать сразу. По-моему, Леонид Сергеевич, сержант Крыленко поступил правильно. Товарищ генерал, Ольга Петровна спрашивает, как ваше самочувствие? Чувствую себя хорошо. Спасибо. Товарищ гвардии генерал, старший лейтенант Кораблев, колонна пленных, из котла у Домбровец. Ведем на Сувалки, разрешите следовать? Все пленные из дивизии «Викинг», товарищ Кораблев? Никак нет, товарищ генерал, разные. Вернер, was meinst du? Was meinst du? Nein! 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 В чем дело? Почему вы плачете? Узнайте, полковник. Herr General fragt, warum weinen Sie? Antworten Sie. Willi, mein Sohn,
Это было еще ребенок, герр генерал. Мой сын Вилли. Он был еще ребенком. Ему дали фауст патрон. Aber hört nicht aus. Я выдержал. Побежал назад. И его на моих глазах убили. Herr General, убили. Они убили его, Herr General. А я... Взять! Носилки. Доложите мне, из какой он части. Слушаюсь, товарищ генерал. Wer heißt Joachim Werner? Ja, Joachim Werner. Joachim Werner, рядовой полка Норланд, дивизии Викинг, группировка генерала Фрике. А, Фрике. Знаю, старый знакомый. Очевидно, заменил Клюгера. Пока возьмите его к себе, Ольга Петровна. Слушаюсь. Отметьте, рядовой Вернер задержан для разведотдела 47-й. Следуйте дальше. Есть! Колонна! Шагом! Марш! Людвиг Фрике. Бригаденфюрер, затем генерал-лейтенант, рыцарский крест. Хотя, как я понял, Фрике вам известен. Да. За войну меня с Фрике три раза сводила судьба. А в начале войны мы встретились лицом к лицу. Вы его видели? При каких обстоятельствах? Это было осенью 41-го года. Тогда я командовал 1149-м полком, а уж если говорить точно, его остатками. У меня в ротах оставалось человек по 20. Но мы обороняли важный рубеж и ждали подхода подкрепления. Тогда немцы не давали нам покоя своими радиопередачами. Без конца предлагали нам сдаться в плен. А в то утро еще крутили пластинки с погребальным звоном колоколов. Еще играет нам похоронную? Да. Ну, пошли, Паша. Пора. Паша, а нет ли тут подвоха? Пошли, пошли. Штандартенфюрер Людвиг Фрике. Майор Сабир Рахимов. Штурмфюрер Браун. Майор Бабылев. Мы предложили вам по радио произвести уборку раненых, которых у вас очень много. Для чего готовы сделать перерыв в военных действиях с 10 до 12 на 2 часа. А нам нужно было 4, чтобы мы могли получить помощь от соседней бригады. Если вы согласны, мы готовы сверить часы и начать уборку. Ваших раненых на поле значительно больше. Мы предлагаем продлить срок уборки.
10 до 14 часов. На 4 часа. Найн. В таком случае переговоры окончены. Три часа. 4 часа и ни одной минуты меньше. Хорошо. Сверим часы. 9 часов 46 минут. Время тоже. Господин полковник спрашивает, вы из Азии? Да. Я узбек. Из какого города? Из Ташкента. Ташкент. Мы там путим. Цыплят по осени считают. А через 3 часа нас выручил сосед ударом с фланга. И тогда мы узнали, что фрики тоже ждал подкрепления раньше нас. Но они опоздали. Зейдель вырвался из котла. Полк на левом берегу, мост успели взорвать. Хорошо. А связь с Гюнтером? Добиваемся, группенфюрер. Монастырский остров. Мне кажется, Сабир Умарович, штурмовать остров нам не придется. Фашисты эвакуируют его за ночь. У фрики большие потери, но держать здесь гарнизон не сможет. Да-да. Наверное, не сможет. Когда фашисты наступали, они тоже думали, что мы удержаться не сможем. А мы все-таки удержались. Остров, товарищ генерал, уязвим с 3 сторон. И очевидно, как плацдарм для контратаки на нас непригоден. Команда 311. Обер-лейтенант Торх. Производим расстрел паникеров. Вы что, забыли приказ о тишине? Без шума. Штыками. Эй! Группенфюрер, разрешите доложить. Потом. Прошу машину. Машину, господа. Группенфюрер, вам пакет от фельдмаршала.
Группенфюрер, перед нами 7-й авиадесантный полк. Хорошо. Дорогой мальчик, я только что получил известие о прорыве русских на Тару. Наш фюрер поражен. Разумеется, ты не отвечаешь за ошибки твоего предшественника, но если, получив подкрепление, ты не сумеешь быстро восстановить положение, боюсь, что в Ставке сделают самые печальные для тебя выводы, и я уже ничем не смогу помочь. Вы что-то хотели доложить, Краузе? Так точно, группенфюрер. Получено сообщение от 5-го Z. 72-я дивизия русских концентрирует плавсредства. Похоже, что сосед Рахимова, генерал Курганов, готовит переправу севернее острова. Так. А есть какие-нибудь сведения о самом Курганове, Браун? Старый советский солдат, генерал-лейтенант. Прошлой зимой командовал корпусом. Кажется, терпел неудачи, был ранен. По возвращении получил только дивизию. Так, так. Переправа. Это было бы кстати. Оберст Отто Майер, мотомехбригада Герман Геринг прибыла в ваше распоряжение. Очень рад. Прошу вас. Останьтесь, господа. Состав. Резерв фюрера. Прошу садиться. Немедленно переправляйте всю бригаду на Монастырский остров. Скрытно. К утру быть в полной готовности. Вам бы отдохнуть надо. Ну, хотя бы 3 дня. 3 дня. А откуда их взять? Сестра, вы давно в армии? 3 месяца, товарищ генерал. А ваши родители где? Фашисты. Да, сколько бед и горя они нам принесли, проклятые. Будем бить их, пока весь день не уничтожен фашизм. Ну, больно, залепи ты мне ее чем-нибудь. Потерпите. Товарищ генерал, вы уж остерегайтесь. Рахимов здесь? Я здесь. Извините, товарищ генерал, придется немного подождать. Почему? Его перевязывают, он ранен. Ничего, проводи. Товарищ генерал. Здорово. Добрый вечер, Сергей Максимович. Уж извини, что так плохо встречаю. Сам видишь мое положение. А, чепуха. Попроси-ка отсюда всех. Вы свободны, товарищи. А вы что, приказ не слышали? Сержант. Я перевязываю раненого, товарищ генерал. И не закончив перевязку, не уйду. Обождите минуточку, Сергей Максимович. (Клышко)
Разрешите идти, товарищ генерал? Можете идти, спасибо. Ну, так как прикажешь тебя понимать? Пускай твоя дивизия у Батурина, а моя у Соловьева. Но мы ведь стыкуемся. Соседи, так или не так? Так. Так почему же ты... Так почему же ты закапываешь свое хозяйство на этом берегу? Кто сейчас ведет наступление, мы или фрицы? Кто бежит, теряя штаны и бросая всю технику? Кому сегодня салютует Москва, ты знаешь? Разве в салюте дело? Ах, значит, норовишь подешевле, малой ценой. Подожди, подожди, Сергей Максимович. Разберемся спокойно. Ты ведь не хуже меня знаешь. Иногда оборона лучший вид наступления. Поставленную задачу моя дивизия выполнила полностью. Теперь я жду точных данных разведки и пополнения частей. Кроме того, приказ о переправе я еще не получил. Приказ на развитие прорыва был. И, насколько мне известно, остается в силе. Стало быть, нам доверяют действовать по обстановке. А обстановка сейчас в нашу пользу. О своем намерении я доложил своему командарму. И я своему командующему дам сводки. А Соловьеву, уважаемый Сергей Максимович, я бы на твоем месте доложил, как ты потрепан. Кто потрепан? Я? Твоя дивизия. Это же мне известно. И фашистам тоже. Неужели ты думаешь брать переправу без пополнений? Мне уже много лет. И не вам меня учить, генерал-майор. Знаю, товарищ генерал-лейтенант. И смею вас уверить, глубоко уважаю. Вот видите, не дремлют фашисты, Сергей Максимович. Смотрят в оба. И я уверен, что штаны свои они еще не все растеряли. Короче, когда я вырвусь на тот берег, за остров, и отрежу их, танки меня поддержат справа. К 2:00 двинешь свои части? Если не будет приказа командующего, нет. Пожалеешь. Курганов уехал? Уехал. Слышали наш спор? Да. Ну, что вы скажете? Полагаю, он не решится. 112-й полк уже на марше. Его надо вернуть. Товарищ генерал, 112-й полк, согласно вашего приказа, следует на Вишнице. Хорошо, Михаил Григорьевич. Отойдем в сторонку. Михаил Григорьевич, дорогой, придется вам опять на передовую. Еще сутки. Если не больше. Раз нужно, Сабир Умарович. Нужно. Нужно. Конечно, люди ваши устали, но... Приказываю полк вернуть обратно. Стало быть, занять рубежи на фланге и в тылу дивизии Курганова, так я вас понял. Правильно. Постарайтесь закрепиться на позиции так, как будто перед вами не дивизия Курганова, а немцы. Доложите мне о боевой готовности полка не позже 5:00 утра. Слушаюсь. Ну, смелее.
Замполит в штабе? Никак нет, товарищ генерал. Полковник Бабилев в городе. Там митинг. Как можно быстрее пошлите за ним. Тату! Тату? Тату! Так это же вы. Вы, Татуню. Не признаете меня? Люська? Люська, дитятка мое. Дядя Кондрат дочку нашел. Дитятка мое, дочка. Как же ты? Вот, дядь Кондрат, а все были уверены, что погибла. И она, товарищи милые, папу убитым считала. А сама чудом жива. Хозяйка ее девочку собаками затравила. Да ничего, тату, не огорчайтесь, ведь я ж целехонька. Да, понимаю. Да. Да. Василий Степанович, а если Курганов все же решится? Постой, постой. У тебя что, новые сведения о противнике? Может, он готовит контратаку? Таких данных не имею, но, по-моему, назначение нового генерала Фрике кое о чем говорит. О чем? Новый генерал — это еще не новые части. Вообще, Сабир Умарович, ты что-то в последнее время в фантазии ударяться начал. На тебя это не похоже. Характер у тебя стал портиться. Со своим начштаба не в ладах. Соседов партизанщине подозреваешь. Пора с этим кончать. Слушаю, товарищ командующий. Ну ладно. Говоришь, принял меры. Твое хозяйство не вмешиваюсь. Действуй по обстановке. А начальству Курганову я позвоню. Вот так. Будь здоров. Командующий моих опасений, к сожалению, не разделяет. Я думаю, Рахимов сориентируется. Я тоже так думаю. Стало быть, кроме того, что Курганов горячился и упрекал, других фактов нет? Нет. В таком случае, товарищ генерал, буду просить вас и настаивать 112-й полк направить, как ему и следует, на отдых. Не могу, не считаю нужным. Но если бы были еще хоть какие-нибудь данные. Данные у меня одни. Мы у ворот фашистской Германии. И даже малейший промах с нашей стороны даст возможность противнику отчаянно сопротивляться. Согласен. Однако это не причина для того, чтобы именно сегодня задерживать усталый и потрепанный полк. Простите. Но, очевидно, вы просто не желаете отменять свой приказ. Я изменю свой приказ только тогда, когда буду уверен, что он ошибочен. А сейчас я отвечаю за свою дивизию. Отвечаю за порученный мне участок. И буду действовать, как считаю нужным, по обстановке. В таком случае, товарищ генерал, я буду вынужден утром сделать особый доклад начальнику штаба армии. Так говорите, утром? Да, утром. Ну что ж, ваше дело. Сабир Умарович. Сабир Умарович. Сабир, ну нельзя же так. Полковник Оборин... Он меня не удивляет. Но ты... 3 года мы вместе на фронте. Ведь ты же меня хорошо знаешь. Что? Не согласился с тобой? Не могу. Ты убеди меня. Хорошо. За откровенность, Паша, спасибо. Сабир Умарович, капитан Батыров достал языка с острова. Его допросили? Да. На остров только что переброшена новая бригада из резерва фюрера.
ничего о Африке. Атаковать наше расположение в лоб невероятно. Удержать остров. Но для этого хватило бы и батальона. Африке ставит бригаду. Отборную бригаду. Вы уж сегодня отдохните, Сабирака. На передовой все тихо. Да, пока тихо. Усилили гарнизон в городе, ты проверял? Так точно, товарищ генерал. Поставили одну стрелковую роту и зенитно-пулеметную, как сказали. Если будут новые сведения о Курганове, ты разбуди меня. Слушаюсь. Сосредоточить на таком острове крупные силы, чтобы поставить их под удар нашей авиации? Нет. Полагаю, Фрики еще не сошел с ума. Я не верю немцу капитана Батырова. Со страху наплел черт знает что. Допросите сами. Можно? А, Паша, хорошо, что ты зашел. А ну иди, иди сюда. Вот, полюбуйся. Знаю. Кругом затишье, а немецкая бригада на острове. Ну, что ты думаешь? А что, если Фрике угадывает намерение Курганова и специально ждет его? Откуда он может знать? Паша, Курганов готовит дивизию к переправе. Немцы же не слепые. Так. Ну, а если продолжить твою мысль? Посмотри и подумай, что из этого может получиться. Сейчас Фрике притаился и ждет. Так. Успех на этом участке нужен ему как воздух. Курганов форсирует водный рубеж вот здесь. Допустим. Что делает Фрике? Он дает возможность Курганову развить операцию и даже отступает. Затем он наносит два удара. Один в обход с правого фланга, второй с левого. А бригада из Монастырского острова наносит удар в лоб. Дивизия Курганова в клещах. Наш фронт разорван. Так? Вот именно.
оружием! К оружию! Майор, возьмите часть своих людей и ударьте по немцам с балкона. Действуйте! Есть! За мной! Скорей! Товарищ полковник, немедленно позвоните в город и узнайте, как у них там. Звонил в городе бой. Приказал дать роту сюда из резерва. Обороняйте левое крыло замка. Есть. Бабарев, очистите лестницу! Есть. Возьми автоматчиков и выбей этих сволочей с крыши! Есть! Хотел бросить. Крыша очищена, товарищ генерал. Хорошо. Сабир Умарович, в городе бой закончен. Часть десанта зенитчики уничтожили в воздухе. Остальных ликвидировал гарнизон. Крепко помогли польские партизаны. Передайте их командиру мою благодарность сейчас же! Ясно. Товарищ генерал, 20 минут тому назад дивизия Курганова начала переправу. Никого у нее не осталось, товарищ генерал. Сирота. Дядя Кондрат пал смертью храбрых. Похоронить его со всеми воинскими почестями. Есть.
Ваш радиокод. Ну? Я вам ничего не скажу. Встать! Гермайор, я знаю код. Капрал Люция! Пусти. От группы десанта ничего? Никак нет, группенфюрер. Вызываем все время. Молчат. Продолжайте. Слушайте, группенфюрер. Зачем вы явились, фон Зейдель? Я вас не вызывал. Так точно, группенфюрер. Но русские захватили первую линию и атакуют вторую. Знаю. Они могут взять ее. Да. И мы здесь молим Бога, чтобы это случилось. Но, группенфюрер, там 16-й гренадерский батальон моей дивизии. Он истекает кровью, если не будет приказа отступать или не будет подкреплен. Ни того, ни другого. Смерть по славу Германии. Великая честь для всех нас. Исполняйте свой долг, фон Зейдель. Слушаюсь. Группенфюрер. Простите меня, группенфюрер, но мне кажется, фон Зейдель... Немедленно передайте на остров полковнику Майеру. Готовность номер один. Обняла нас тишина. Здравствуйте. Темной ночи глубина. Здравствуйте. Не тревожься, дорогая. Здравствуйте, товарищ. Здравствуйте. Как самочувствие, ребят? Отлично. Час рассвета недалек, заблестит зарей восток. Здравия желаем, товарищ генерал. А Семкин опять из лазарета удрал? Никак нет, товарищ генерал. Медицина отпустила. Контузия-то легкая. Вот все легкое. Разрешите обратиться, товарищ генерал? Да. Соседняя дивизия пошла, а мы, простите, скоро. Все торопишься, сержант. Да есть немного, что я тороплюсь. Товарищ генерал, он себе зарок дал войну кончить и жениться к 1 мая. Так и будет, скоро двинемся. Товарищ генерал. По вашему приказанию разведчики вызваны. Пошли. Гвардия рядовой Исламов. Гвардия рядовой Ковальчук. Так значит, вы через реку с Камышинкой во рту по дну прошли. А как же ваш пленный не захлебнулся? А мы ему тоже камышинку выдали. Mm-hmm. Кое-как дышал. От имени Президиума Верховного Совета, гвардии рядовые Ковальчук и Исламов награждаю вас орденами славы. Служим Советскому Союзу! Поздравляю вас. Спасибо. Группенфюрер, шифровка от парашютистов. Читайте, Браун. Донесение W. 112-77. Замок Домбровицы взят. Штаб противника разгромлен. Генерал Рахимов убит. Генерал Рахимов убит. Не пересолил? Думаю, что нет. Что будешь делать дальше? Они через каждые полчаса требуют сводку. Он нам поможет. Их шифровальщик радист. Так что им передать? Давай сочиним. Господа, наши доблестные парашютисты сковали действия частей Рахимова. Дивизия генерала Курганова вошла в приготовленный для нее котел. Нам осталось только захлопнуть крышку. Передайте майора на остров. Через 15 минут начинаем. По местам, господа. Оверс! Оверс! Тут, шнера, шнера!
товарищ генерал. Не спеши. Время есть. Пусть от берега отойдут. Собирайте. Давай. Огонь! Товарищ генерал, полковник Холод докладывает, 72-ю дивизию немцы обходят с севера. Генерал Курганов дал приказ отходить. Наконец-то понял. Хакимджан, как только немцы отойдут назад, веди свои батальоны. На остров есть. Но дальше острова ни шагу. Развивать наступление тебе запрещаю. Сабирака. Смотри у меня. По 12-му полку достается. Не успели передохнуть, и... но я думаю, полковник Холод продержится. Да. Будем надеяться, Леонид Сергеевич. Я понимаю, понимаю! Боеприпасы тебя уже послал! Наступай! Товарищ генерал. Продолжайте. Но ты понял, что тебе делать? Жми, дорогой, не давай им ни минуты передышки. Да пошлю тебе еще роту! Хороша водичка. Ну, как у вас тут дела, Михаил Григорьевич? Все в порядке, Сабир Умарч. Ну, доложи обстановку. Танки пехоты противника обошли Курганово с севера и вышли на этот рубеж. Теперь нам нужно, товарищи, во что бы то ни стало ударить вот отсюда, по северной группировке, и окружить ее. Не ждали? Драпаете, собаки? Уже жарко стало. Соня, а вы почему здесь? Новых санитарок веду. Они у вас все новенькие? Да. Тогда мне нужно напрямик идти. Вон там, левее, овраг есть. Thank you.
Смотри-ка, все начальство прилетело. Теперь будет. Фу, да, мы с тобой наперекур, медсанбат. Но я б там не задержусь. Пошли. Этому козырять нечего. Вольно. Опустите. Не надо. Товарищ командующий. Лежи, лежи, Сергей Максимович. Я все знаю. Никаких докладов не нужно. Ты только что из боя, устал. Не волнуйся и лежи спокойно. Выслушай лучше меня. 2 часа тому назад части 7-й и 12-й танковых армий успешно форсировали реку и с боем продвигаются вперед. Их прорыв стал возможен благодаря твоим действиям. Командование просило передать тебе благодарность. Здравствуйте, товарищ. Не вставайте, сидите, сидите. А, Сёмкин, ты опять ранен. Так точно, товарищ генерал. Сильно тебя зацепило? Да вот осколком легонько задело. Ерунда. А как остров, товарищ генерал, совсем взяли? Взяли. Хорошо. Сидите, товарищи, сидите. Здравия желаю, товарищ командир. Здравствуй, Рахимов. Здравствуйте, товарищ. Как отдохнули, Василий Степанович? Вздремнул немного. А ловко ты сориентировался, Сабир Омарович. Я же не знал ваших замыслов. Теперь может быть еще тяжелее. Перед нами фашистская земля. Немцы будут отчаянно сопротивляться. Грауденс. Город-ключ. Крепость. Лоб не пробьешь. Нужно искать ход. Как в шахматах. Найти главную комбинацию. Подумаем, Василий Степанович. Потом доложим. Прошу. Садитесь, товарищ. Спасибо. Чем угощается? Очень вкусно. Спасибо. Кусали. И несут плов. Спасибо, спасибо. О, плов. Рахимовский плов. Да, кажется, не зря я сегодня постился. Друзья мои, перед нами Германия. За победу. За победу. А сами в колонии? Год зайдан, князь. Не пришлось. Товарищ генерал, веду допрос пленного рядового Вернера. Можете продолжать. Значит, вы, рядовой Вернер, преступных приказов не выполняли. В расстрелах не участвовали. Я делал хуже. Молчал. Мы все молчали. Это безумие. Все это мы уже слышали. Знаем. О, найн. Вы многого не знаете, хармайор. Вот когда войдете в наш несчастный дом... Где вы так хорошо научились говорить по-русски? Изучал для себя, как генерал. А потом закончил школу военных переводчиков в Грауденце. В Грауденце? Ведь это, кажется, где-то здесь, недалеко. В Пруссии.
Точно так, хар генерал. Кем вы были до войны? Учителем музыки. Штаб Мюнхгаузен, гимназия Грюхера. Вы здесь говорили, господин Вернер, что мы еще многого не знаем. Что вы имели в виду? Многого не знаете, хар генерал. Но я сам. Когда ездил летом домой, ich habe gesehen, я видел, у нас на площади, überall, всюду, стыдно. Хозяйки щупали мускулы девушек, смотрели мужчинам зубы и покупали их в Ферден, как лошадей или собак. Покупали русских, поляк, чехов. На наших улицах продаются люди. Насколько я вас понял, вы обеспокоены будущим Германии. Его у Германии уже нет. У каждого народа есть будущее. Но от самого народа зависит, каким оно станет. А преступление? Sie werden sie nicht vergessen. Вы же их не забудете. Нам забыть? Хар генерал, неужели вы отплатите Аллен, Аллен Дойчен, всем немцам такой же жестокостью? Мы ведь стреляем только в тех, у кого оружие в руках. Я уже говорил, от самих немцев зависит их судьба. Вот вы, рядовой Вернер, вы сами могли бы помочь своей родине освободиться от прошлого, стать свободной. Я вас не тороплю. Хорошенько подумайте. А вы давно тут живете, пан Смушек? Всю жизнь, пан генерал. Вам приходилось ходить до деревни Коленицы через болото? До Коленицы? Угу. Не, пан генерал, никогда не ходил. Зачем? Там трясина. Там, прошу прощения, панове, и заяц не бегает. И тропки нет никакой в обход? Не, какая ж там тропка, когда земля жидкая. Черт, сварил суп с клёцками и залил. То разве земля? А вот, пан, ты мне сказал, что самолеты летали низко, и твоя коза с испугу пошла в болото. И как ты ее спас? Повтори, пожалуйста. Так уж что было, пан Харунжий. Хоть самим провалиться. Коза-то у нас одна. А все-таки, как же вы вытащили козу? Совестно такому вельможному пану о чепухе говорить. Ну, навязали мы с сыном к ногам хворосту побольше, ну, веток, и добрались. Thank you.
Держу, хлопцы, тяните! Ко мне! А ну-ка, брось его! Вагу сюда! Вагу подкладывай! Вот так! Вот так! Вот так! Вытянем, вытянем, брат! А ну, ребятки, взяли, дружно! А ну, раз, два, взяли! Тяни, батя, тяни! Хорошо. Фамилия? Рядовой Жуков. Спасибо. Служу Советскому Союзу. Савир Умарович, первая рота на твердую землю выходит. Кажется, прошли. Хорошо. А теперь подтягивай батареи и минометчиков. Есть. Подтягивайтесь, ребята. Твердая земля рядом. Идите, идите. Там легче будет. Савир Умарович, вы насквозь промокли. Выпейте немного, согрейтесь. Мне и так жарко. Прошли, кажется. А. Понимаешь? А. Прошли! Прошли. Группенфюрер, группенфюрер. Срочное донесение. Что? Русские в нашем тылу, группенфюрер. Захвачены коленницей Закендорф. Парашютисты? Нет, действуют крупные силы и артиллерия. Одеться. Они перешли через болото. Невозможно. Это факт, группенфюрер. Я боюсь, что они могут перерезать нашу единственную дорогу на Грауденс. Сне могло присниться, что мне придется защищать от русских мой родной Грауденс.
Приказ главнокомандующего рейхсканцлера Германии Адольфа Гитлера. Город и крепость Граудинс оборонять до последнего человека. Стоять насмерть. Офицеров и солдат, проявивших малодушие, немедленно предавать военно-полевому суду и публично вешать. Адольф Гитлер. Хай, Гитлер! Хай! В 5 утра твой сосед начнет обходить Граудинс с юга, пусть немного отвлечет их. А ты, мой дружок, выжди и начинай штурм в 8. Есть, Василий Степанович. Здравствуйте, рядовой Вернер. Guten Abend. Вы все хорошо обдумали? Есть еще время, вы можете отказаться. Это ваше право. Хар генерал, может быть, то, что я смогу делать, малая капля, но это будет от немца. Ich bin fertig zu gehen. И я готов, хар генерал. Пользоваться рацией обучен? Так точно, товарищ генерал. Очень хорошо. Желаю успеха. Здравствуй, Паша. Здравствуй. Здравствуйте. Вот теперь, кажется, Леонид Сергеевич поверил этому немцу. Почти. Трудно очень, Сабир Умарович, после всего, что было, доверять им. Но это любопытный случай. Возможно, что таких немцев будет еще немало. Да, кажется, все идет к этому. Заберем этот Граудинс. До Берлина всего 300 километров. Вон, Семкин по карте мерил. Это точно, от Граудинса до Берлина 300 километров. Но только фашист раньше сдастся. Он еще под Сталинградом начал вопить, что им капут. Товарищ генерал, из 55-го полка доносят. Противник бронетранспортерами и танками атакует их. Не понимаю. Устроили, как в старину, вылазку из осажденной крепости. Странно. Удар в этом направлении может оказаться для нас опасным. Здравствуйте. Товарищ генерал, противник начал движение по открытой местности. Ума не приложу, что это может быть? Ясно. Вы что, забыли, как немцы пугали нас в начале войны? Совсем другое плохо. Окопчики ваши никуда не годятся. Лепили их кое-как для одной ночевки. Нурмухамедова срочно. Есть. Вперед все огневые средства. Есть. Немедленно один батальон грузи на машины и сюда, в 55-й. Понял. Понял, что дурака. Есть.
документы. Полк Нордланд сейчас на передовой. В чем дело? Почему вы здесь? Дезертир? Никак нет, Хауптштурмфюрер. Имею особое издание по связи от Хауптштурмфюрера Ренниха. Дезертиры не бегают батальонными рациями. Вам ясно? Товарищ генерал, слушай. Ваше приказание выполнено. Молодец. Давай. На Герингштрассе, в здании магазина, находится группа с фауст-патронами. В парке у костела замаскированы две зенитные пушки. В здании костела Ахтунг! Внимание! Граница Рейха! Слыхали? Вперед! Как дела, Михаил Григорьевич? Неважно, товарищ генерал. К
крепость. Кругом открыто. Только зря патроны тратит. Рывка опасается, Сабир Умарович. А патронов много. С других сторон подступы еще хуже. Тоже открыты и глубокие рвы. Сабир Умарович, разрешите одно соображение. Ну что же, говори. Следовательно, огонь танков, снайперов и дымовая завеса. Очень хорошо. Крыленко! Бабаев, быстро ко мне! Вот что, соберите побыстрее десятка два снайперов. Исполнять. Есть! Возьмите как можно больше взрывчатки. Ящиков 10. Есть! Командир танковой роты, старший лейтенант Зяблик. У вас дымовые снаряды есть в запасе? Найдем. Так вот, товарищ Зяблик, жду от вас сегодня художественной стрельбы. Есть! Товарищ генерал, снайперы готовы, ждут приказа. Хорошо. Товарищи, вы должны сейчас ворваться в крепость. Задача проста. Надо преодолеть небольшое расстояние, метров 70, не больше. Но эти метры надо пробежать как можно скорее. Чтобы пятки сверкали быстрее ветра. Ясно? Ясно, товарищ генерал! Теперь уж точно. Взяли. Взяли. Лихо выкурили черти. Постой, ведь в крепости должен быть Фрике. Он чего доброго еще застрелится сгоряча. Найди его, непременно найди. Есть.
Товарищ капитан, разрешите обратиться. Вот он брешет, говорит по заданию наших работу. А капитан, рядовой Веннер, посланный с поручением, вернулся. Что с ним? Товарищ генерал, осколком ранил, потерял много крови. Леонид Сергеевич. Леня. Леня, дорогой, Грауденс наш. Возвращайся скорее. Мы все будем ждать. Только могу сожалеть, генерал, что дожил до этого дня. А я, господин генерал, рад, что снова вижу вас. Вот мы и встретились. К сожалению. Скажите, если бы вам пришлось все начать сначала, вы действовали бы так же? Да. Если бы получил приказ. А ваши убеждения и совесть не протестовали бы? Мой долг повиноваться. А то, что случилось с нами сейчас, не больше, чем ошибка истории. Советую запомнить, господин генерал. И пусть то, что я скажу, запомнят все. Жить мирно и честно мы со всеми готовы, но тот, кто осмелится исправлять еще раз историю и придет к нам с мечом, от меча и погибнет.